Ой, смотрите, внимание, тонкий лед. Да ничего страшного. Нет, это может быть опасно, не ходи туда. Стоп. Ничего страшного здесь нет. Так легкомысленно рассуждают некоторые дети, когда видят на водоеме еще не окрепший лед и проверяют его на прочность. Первые следы таких горе-испытателей были замечены местными жителями на прудах Щелково-7. Спасатели объясняют: молодой хрупкий лед, как стекло. Человек, провалившийся в студеную воду, рискует своей жизнью из-за резкого переохлаждения. По тяжести в одежды он сразу входит под лед, практически края обрываются, то есть подняться невозможно. Только очень подготовленный человек сможет справиться с этой ситуацией. Сейчас выходить на лед – это крайне опасно. Достаточно много других хороших мест, где можно прогуляться и получить это удовольствие. Щелковские спасатели замерили толщину льда на прудах Щелково-7. Она не более 3 сантиметра и едва выдержит ребенка. Тем временем в Подмосковье регистрируют первые случаи попадания детей под лед. Несколько дней назад в Электростале уже провалился ребенок под лед. Сейчас, хоть и зима становится холоднее и холоднее, но вчера на этом месте буквально люди тоже чуть не провалились, поэтому мы приняли экстренные меры, осуществляем патрулирование и предупреждаем всех тех, кто не понимает, что выходить на этот лед пока опасно. Не будет лишним, если такое же предупреждение дети услышат от родителей. Их наставления звучат куда более убедительнее. Михаил Налетов, Александр Оржевский, Щелковское телевидение.